мои мысли, мои идеи, мои задумки. Вот они. И силы. И их не остановить ничем. Поставьте сюда гору цемента, кирпича, песка. Вы не остановите. Пусть ваши идеи и мысли и желания будут полны вот такой силой, которую не остановить ничем. Это просто бесконечный поток силы. А вот там вдалеке результат вот этих ваших сил и энергии. Я просто вас умоляю, немножко сил, максимально сил, и будет вам результат. Возможно, где-то там только вы, которые начинаете мыслить. И вот она, потихоньку ваша энергия и сила, вот она. Только с такой силой вы можете добиться результата максимально. Это реальность. Я хожу к этому камню, к этому месту уже 20 лет. Слушайтесь в этот шум воды. Это энергетика, которой я питаюсь. Вот мой камень. Да? Наверху ждет меня моя мама. Она не может сюда спуститься. Здесь тяжеловато. Заклинаю вас на эту энергетику. Только с такой силой вы можете что-то добиться. И не меньше, девочки. Вот это... Это не для вас. Вот это и вот это. Это тот поток силы, который приведет вас к успеху. Боже мой, я не могу выключить видео, потому что это сила воды. Звука, потока, она невероятна. И я приду сюда завтра в 7 утра. А сейчас уже 11 вечера. Потому что завтра этого момента не будет.